Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такая вот посылка. Это у нас кроссовки Xiaomi. И я купил еще одни черные. Мне так понравились синего цвета, что я не смог удержаться от скидки. Покупал по распродаже за 30 с чем-то долларов. 38, по-моему, или там 36,99, может, что-то такое. Ссылка будет в описании. Публиковалась эта скидка у нас на канале. Вот. В телеграме 42 размер как раз был, там была бы, по-моему, скидка на все размеры, но потом быстро ее разобрали, все размеры, и остались 42. И я ее опубликовал, скидку, еще днем, а уже вечером пришел, смотрю, остались еще 42, думаю, ну блин, судьба, и купил себе еще одни. Вот здесь у нас размеры, то есть US UK, UK 8,5, Америка, Великобритания 8 и китайский 265, 2,5 евро 42. 42 я ношу, у меня синие идеально подошли мне, будем сейчас примерять. Давайте посмотрим. Кроссовки я покупал, я хотел жене купить, но не было ее цвет, она хочет белые, вот. И я посмотрел, почем можно было на JD купить ей кроссовки, но они шли без датчика, вот. И я решил, что я ей отдам свой датчик, если что. И получается, тут была акция как раз, вот этот датчик, если что, если мы ей купим кроссовки без датчика, то ей перейдет вот этот вот датчик, потому что у меня есть он и в синих, и я думаю, мне одного датчика будет более чем достаточно. Вот. Инструкция на китайском, все как и обычно. Датчик на месте. Вот он так выглядит. Вот. И давайте датчик отложим. Кстати, здесь у нас еще какая-то инструкция. Вот. Тоже на китайском. Тоже, видать, наверное, как пользоваться ими. Блин, пора учить китайский. В общем. И сами кроссовочки. Кроссовочки класс, стелька все тоже, заглушечка внутри. Кстати, они выглядят даже прикольнее, чем синие. И здесь не такая жесткая, то есть у этой версии не такая жесткая вот эта вот штука. У синих она идет как пластиковая, а здесь сделана как из резины. То есть, наверное, разные версии все-таки. Ну, давайте будем мерять их. Носки, кстати, на мне сейчас китайские, мне очень понравились, хорошие, теплые, но на них вот такие вот комочки образуются, то есть, вот, и они уже все в комочках. Но в остальном все, они теплые, мне нравятся. Все отлично, палец вот здесь, здесь немножко есть место, вот здесь нету, вот. Но сидят хорошо, ну они немножко вот по пальцам, они немножко великоваты, но сидят плотно, и я думаю, что будут отлично сидеть на мне. Кроссовки хорошо сидят на ноге, очень приятные, очень, ну, классно сделано. Жесткая пятка вот здесь, то есть не болтается, и, ну, прикольно вообще сделаны, очень классные. И, ну, реально хочу еще жене купить белого цвета, какие она хочет. Вот. Есть небольшие косячки по клею, но они не более, чем у фирменных кроссовок, как у Adidas, у Nike. То есть у них тоже в фирменных магазинах я брал, и у меня там тоже как бы в мелкие вот такие вот косячки по клею проскакивали. Чтобы там не рассказывали, что у них там все аккуратно сделано, ну, я считаю, что это сделано все аккуратно. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, ссылка в описании. До новых встреч и удачных покупок!